Я рад приветствовать блуждающих по подвалам на канале Домако. Меня зовут Станислав, и сегодня мы с вами продолжаем играть в игру под названием The Binding of Isaac Afterbirth. Ну что, дорогие друзья, пойдем мы сегодня на Азазеле. У нас, как видите, у меня всего лишь им убито сердце, убит ангел и пройден сундук. Все, больше ничего. Так что нам есть куда стремиться. Пойдем. Вау! Да ну! Уху! Это шикарная же вещь. Научиться только боей пользоваться. Ха-ха, и все будет хорошо. Бах. Бах. Так, зато можно проверять теперь все стеночки. Бах. Бах. Ничего, пойдем дальше. О, так они теперь начнут мне такую бабуню вытворять. Нет, мне не надо. Ну-ка, последний. Бах! Так, а у нас тут ничего нету? А вроде как ничего. Ну, давайте тогда вниз. Только монетку заберем. Какая шляпка-то у меня прикольная, а? Шляпо. Шикарненько. Бах! Всех, шикарно. Тут надо только прятаться. Ха-ха-ха! Спрятаться сразу куда подальше. С таким-то заклинанием. О, может, тут есть. Опа! Раздобыли комнату секретную. Ой, как хорошо. Бам! Вот это я понимаю. Вот это шикарно. Ну-ка, давайте таблеточки покушаем. Опа! Я могу теперь все видеть. Меняет бомбы на ключи. С одной стороны, это даже хорошо. Бомбы мне совершенно ни к чему. Пью! Меня нету, я ухожу. Кто здесь? Пауки? Хороший очень радиус у этой штуки. Шикарный просто. Бам! Бам! Еще раз бам. Вот я понимаю. Прям для вас, ребята, стараюсь. Прям для вас. Я про пауков, конечно. Так, тут магаз. У меня 2 деньги. Смысла нет туда идти. Интересно. А, тут, наверное, то вряд ли, да? Так, у нас удача выросла. Тут-то, наверное, вряд ли будет суперсекретка. Давайте поищем, что там еще можем найти. Да, в принципе-то толком-то мы ничего больше найти не можем. Но суперсекретку-то можно найти. Давайте поищем, раз у нас есть супер... для суперсекретки супероружие. Это гораздо мне больше нравится, чем то серо, которое нам выдали в самом начале. По-моему, оно отстой. Потому что его надо накапливать. Ну тут, конечно, тоже, знаете, надо же попасть. Опа. Вот. Бам! Вот это я понимаю. Это хорошо. Так, жахнем. Так, ну я так понимаю, что тут-то точно суперсекретки быть не может. Там стоял таракан этот. Она может быть вот тут. Какая? Что тут? Монетки. Бомба. Но тут мы проверяли все полностью же, тут нет ничего. Ну давайте искать. Ну надо же найти, ну как так-то вообще? Как мы без нее-то, без секреточки-то, без нашей, без супер-то? Погибнем! Ну, наверное, вот тут вот тогда, где сердечко. А, ну правильно, да, нам там и говорят. Вау. Что так сильно? О, какая-то штука интересная. Дай-ка я понимаю. Поздно. Вот так вот. Оп. Это телепорт, а вот это я не знаю, что это такое. Emergency контакт. Что это значит? Давайте посмотрим. Так, это призывает 2 руки мамаши, которые хватают поблизости врагов. Нам это не надо.
Ну, пускай будет, конечно. О, кстати, у меня 9 монет. Давайте зайдем. Может, здесь что-то со скидки продается. Можно сердечко, кстати, купить. Неплохо. Кстати. Затушить. Вау, это я, получается, сам свой аппарат же долбанул. Неаккуратненько я поступил-то. Вот так вот. Обратно вернем. Раз, два, три. Пускай будет там. Там надежней. Так, а нам сюда, кстати. И камушков-то я не вижу особо. Хороших-то. И плохих-то тоже. Иди в пень. В пень! Вот и все. Отличная штука, просто класс! Yes! Пошли дальше. Согласитесь, да, это просто имба. Не знаю, как мне так свезло. Ну, свезло вот. Не люблю я эту штуку. Я вам говорил еще в прошлый раз, да, ребят, что у меня почему-то просаживается до 30 FPS. Причем игра, кстати... На 30 FPS работает так, как на других играх на 10 FPS вообще. Она просто тупо тормозит. Ну, вы даже сами видите, slow motion, вот идет slow motion. Не знаю, с чем это связано. Вот именно в пожарных комнатах, где пожар идет, и в комнатах, где к сердцу, ну, так и на этих кровавых комнатах, где сердце мамы там все дела. Опа. Вот это я понимаю. Так, 6. Зайдем. Что здесь? О, монетка. Отличная монетка, кстати. Так, может зайдем? Котяка! Да ну! Кот, реально! Кот! Нет, кот! Да, кот! Да, кот! Кот! Мы так можем собрать даже гаппи? Пыщ-пыщ! Пыщ-пыщ! И ничего полезного. Вот так вот. И такое тоже бывает. Ну, отлично. Тихо-тихо. Подходите ко мне. Шикарно, я от них спрятался за камнями. Причем, кстати, камни-то уничтожило. Бам. Бам. Камни-то уничтожило. А вот меня не задело почему-то. Ох, шикарно. О, в слоу-моушен пошел. Бам. О, отлично. Только пауки, конечно, это не очень хорошо. Блин, ну скорости эти дебильные. Умей. Бах. Промазал. Тут непонятно, когда стрипа попадет она. Вот убили. Ну уж извиняюсь за это. Я не знаю, почему она так работает. 30-35, вот сейчас все, 60 FPS нормально. Почему-то она только стабильно работает при 60 FPS. Ну то есть она хорошо прям летает, а на 30 это для нее, видать, какой-то предел. Ничего, давайте зайдем. Возьмем. Дамага подрастет у нас немножко. Опасность, правда, тоже вырастет. Но что поделать? Опасность. Дерзость и опасность. Бам. Опа. Монета. Это я возьму. Заходим. Вот и все. Что нам там осталось еще добыть? Так, золотую комнату мы еще не видели, да, ребят, с вами? Золотую комнату не видели. Но погнали искать золотую. Золотая комната, золотая. Так, и суперсекретка, кстати, на птичках. О птичках, об чирик-чиричках. Вот и, пожалуйста, суперсекреточка. Огонь. Нет. Ребята. Нет. Плохой мальчик. Плохой демон. Где ты, падла? Умри. Слава богу. Так, давайте посмотрим, что у нас есть. Да газ.
Евас, Ехвас. А есть что-нибудь там такое? Как она? Это Visions. Так, Дагас, это снимает проклятие. Давайте, может, зажмем его. Какое-нибудь проклятие здесь есть у нас? Неизвестно. А вот это я не знаю, что дает. Эх, вас. Да и это тоже не знаю. Change. Меняет что-то. Что-то менял, походу. Не знаю. Ну, говорит, меняет. Давайте я посмотрю, что значат некоторые руны. Так, это у нас дверь создает. Давайте создадим дверь. На следующий уровень, типа того. Шмяк. А насколько я помню, она может быть и не на следующий уровень, а просто быть в комнату. А это меняет артефакт. Вот, кстати, мы можем с собой взять на босса и посмотрим. Если артефакт будет мощным, мы его просто поменяем, да? Хорошая идея. А вообще можем пойти вначале еще в золотую комнату, там поменять. Погнали, погнали, погнали. Нет у меня. Это не я. Жмяк. Заходим. Ну да, я не знаю, наверное, не очень будет с нами сочетаться, да, вот эта штука. Это... Давайте поменяем. О, вот это круто. Это трусы были, которые при выстреле, они создают бомбы. В чем мы какаем, типа того, на пол. Какаем на пол, создаем при этом какучие бомбы. Ну, а вот это шикарно. Мы при убийстве будем спавнить союз пауков, насколько я помню. Или просто там при ударе, или при убийстве они спавнятся. По-моему, при убийстве. Шикарная просто вещь. Мы будем просто спавнить толпы пауков при убийстве врагов. Это просто шикарно. Шикарно, шикарно. И еще раз, да. О, да. А это я возьму на следующий уровень. Погнали. О, монстра, привет. Здравствуй, монстра, вот и я. Здравствуй, монстра, друг ты мой. Так, тихо. Тихо, монстра, тихо. Никаких прыжков. Никаких прыжков после, до обеда. Или после обеда. Ну, скуда такая? Я тебя пострелю, кто-то... Да прекрати прыгать ты, а! На! Ложка. Ложка скорость увеличивает, это я точно помню. Опа! Ну, хорошо, будем летать быстро. Полет, да, там полет, что-то еще. Полет и что-то еще. Я не помню, что она еще дает. Вот эти вот... Вот эти вот штуки, что они дают? Полет и что-то еще. Так, я еще посмотрю. Так, она дает полет и спектральные слезы. Ну, так как мы стреляем вообще, в принципе, так-то пробиваем все насквозь. Нам это нафиг не надо, мы улетаем. Там можно получить левиафана. Ну как, не то, что получить. Если мы соберем нужные предметы, мы можем стать левиафаном. Ну, фиг на него. Не факт, что мы соберем, так далее и тому подобное. Ради этого тратить сердечко. Даже там два, ну типа, ну нас собрали бы только одно, правда? Давайте я сразу прожму, что-то куда там нам топать. Сюда можно зайти. Шмяк. Бам! Врешь, не укуснешь. На! На! Кто следующий? На! О, тихо, тихо! Тихо! Не сметь! Ой, вот эти неприятные будут, ребята. Бам! Все. Неприятности закончились. Уходим. А здесь какой-то босс, да? Ой, нет, только не ты, а? Ты же... Ай, блин, черт. Ой. Вот, а зачем ты... Блин, маленькая комната. Обязательно жопой сесть на огонь. Как так-то вообще? Сколько раз я покачался в этот сраный огонь? И сколько раз я покачался об их головы? Пипец, зря зашел. Узкая комната нереально. С этими бомбами у них же хороший радиус. Не страшно стало, что они меня будут задевать. О, какой жирный. Вы видели? Вот это жирняк. Ладно, мы ничего, мы отъедимся как-нибудь. Сердечек насобираем. Вы не переживайте. Ну, тут я, конечно, конкретно наловил. Ничего? Да вроде как нет. И секретки-то тут тоже нет. Боб. Это же вообще ни о чем. Это же активка вроде. Это Боб влюбленности или что-то в этом духе. Да, мы прожимаем, феромоны срабатывают. И в нас влюбляются. По-моему, муть редкостная. Возьмем. Тихо. Шмяк.
Что тут? Опа. Вау! Ну, нам, правда, он не сильно нужен. Ну, вау! Мы ж монетками не сможем бить. А так-то монетками бы стрелял. Ну, там при ударе есть шанс больше монеток выбить. Да, может быть, с нашим суперударом это тоже будет срабатывать. Я не знаю. Хопа, хопа. Давайте, ребята, все к нам. Смотрите, сколько пауков я наспамнил. Я бог пауков! Шикарно. Пауков ФФ это фамилия. Вот так вот. Ох ты, тварь, я не заметил тебя, как ты смел. Как ты смел? Кто? Тихо. И сам себе по голове. Мне бы тут еще от взрывов бы защита, и все было бы нормально. А то я чувствую, сам себя еще буду... Будут времена, когда я буду сам себя еще гасить. Оп-оп. Опять магазинчик. И, кстати, нет синенького сердечка. Да вообще ничего путевого нет, если так подумать. Таблетка, аппарат игровой, фигня вообще полная. Грустно. Мне бы щит найти. Библиотеку, и в ней, чтобы был щит, активка. Вот это было бы круто. Я люблю эту штуку. Потому что я с ней выживаю неплохо. А ну не плюй. Мордоплюй. Мордоплюй, кстати, да, хорошее название. Это я помню, у этих было. В Borderlands, это мордоплюи. Кидалово. Кидалово! Погнали. О, привет, червяк. Век-век. Ой, жалко, что нету здесь камушков. Ой, были бы камушки, было бы весело. Вот и все. Ну, тут без камушков весело. Молоко. Ну, берем, что. В принципе, ХП нам сейчас не помешает. Погнали. Че, мы тут все собрали вообще полностью. Что сейчас будет за мультик? Ну-ка. Лост. Что-то говорит, видать. Читает какое-то заклинание, призывая от сатану. Голова, бауха. Так, зайдем сюда, может быть, здесь еще часть гаппи. А игра говорит, а не жирно ли тебе будет? Да еще часть гаппи. Э? Так, бомбы, да, это? Ну, давайте прожмем, че уж. Ой, это не то. Ха-ха-ха, это не то. О, а тут безголовый. Да пускай будет безголовый, че. Эть, ну, да. Придется накосячиться малость, выходя. У нас тут не могут быть. А тут? Опа, могут. Монетки. Я бы еще камни видеть здесь. Будет вообще нормально. Я даже не успел никого убить. Пауки уже загрызли. Дикие пауки. Монетку возьми. Полетели. Так, это какая-то штука, я не хочу ее брать. Я не знаю, что делать, это жемчужина, я не буду это брать. У-ху. Золотую. О, еще парик, смотрите, парик. Парик ведь тоже пауков плодит. Но он плодит, по-моему, просто пауков, да? То есть там при ударе, по-моему, плодит какое-то количество. Мы, конечно, можем стать супер-мега-плодильщиками пауков, но я думаю, что, наверное, не стоит этого делать. И это не стоит делать. И это не стоит делать. И это не стоит делать. Активка. Бомбы прилипалы. Ну, это, кстати, неплохой артефакт. Вот это, кстати, мне нравится артефакт. Давайте прожмем его сразу. Тут может упасть и синее сердечко. Нет, бежим! И накакать бомбами мы можем, короче. Веселье! Не подходите ко мне. Блин, черт, я сам себя ударил. Убей их всех. Там есть кто-нибудь еще? Вроде как нет, всех убили.
Ну, в итоге вы понимаете, да, что я сам могу себя чаще накосячить, чем это сделает игра. Я пока прячусь. Смотрите, промазал. Ну что, прям четко иду на них. Все. Батареечка. Сердечко. Вот я же говорю. Кстати, она довольно часто дает сердечки синие. Speed up. Отлично. Ой, я так и знал, что когда-то мы тебя достретим же, да? Мы же должны были когда-то тебя встретить. Сердечко. Спиддаун, ну ладно. Апнули, понизили. У меня, ну, мало ключей. Нет, не дам эти ключи. Извини уж. Так. Тут может быть. Да. Что у нас тут? Опа. Таблетосы. Спиддаун. О, вот это, кстати, хороший. Но нам он здесь не нужен, а это у нас, да, это фигня вообще. Мы потом прожмем следующий. Давайте посмотрим вообще, все ли мы исследовали. Есть большая комната, золотую комнату мы нашли. Валим отсюда. Пошли мочить босса. Вот и все. Замочили босса. Так, ну я тут походу накосячился же, да, поэтому мне не предложили сделки. Хотя нет, если красные сердца-то не терял. Меня били, но я красные сердца-то не терял. Видимо, пока еще рано, время не пришло, говорит мне игра. Но я уже три, смотрите, сердечко красных собрал. Это хорошо. Погнали на следующую. Так, кусачья комната, давайте зайдем. Нет! Кусачья, подлячья комната, я бы даже ее назвал. А не кусачья. Так. Lemon party. Lemon party. Ну, окей. А, боссу все. О, отлично. Вот это хороший таблетос. Вообще шикарный. Я помню, я с этой таблеткой прошел как-то один раз игру. На какой теме? У меня была активка, которая таблетки. Вот эффект таблетки, как бы она использовала. И, ну, получается, главное, чтобы таблетка была у тебя на руке. И я, получается, с этой таблетосом столько себе сердец наделал. Да, я думаю, наверное, вы тоже проходили подобным образом. Было прикольно, много было здоровья. Черт, я того что-то не заметил. Как я тебя не заметил-то? Смотри, как я его не заметил, сам не понял. Я смотрю, верхний есть. Я думаю, ну, сейчас стрельну в него, а нижнего и не приметил. А, нет! Ну ладно, потратили, да забрали, да? Два опасные. Вы где там? Мистер Муха. Все. Такой штукой лучше подальше держаться. Ах ты! Тварь! Ты тоже будешь таким же? О, карточка хорошая. Давайте прожмем. Опа. И давайте тут, кстати, прожмем. Forever. Forever. And ever. And ever. And ever. And ever. Never, never. Ever, ever. Эва. Эва. Заходим. Так, тихо.
Как раз о том, о чем я и мечтал. Но, в принципе, вот эта книга-то, конечно, она тоже хороша. Хороша, хороша. Ей можно столько нафармить. Ну, синих сердец мы можем наловить с ней. Я что-то, кстати, забывал ее юзать-то. А из этого надо почаще. Ну, давайте пока походим. Ну, вообще, будем знать, что здесь библиотека есть. А, вот это хорошая книга, снизу которая находится. Щит дает. Мне нравится. Я ее часто использую. Ну, если она попадается, мне ее стараюсь брать. Тогда просто, ну, выживаемость повышает. Ну, я ж-то нуб. Чё ж, я ж не такой, как вы, про. На, в голову. Опа. Можем все черепа, кстати, ломать. Ничего. Мальчонка, на, держи. Грибочек. Неплохо. Ты что ты там орёшь? Я орёт, я говорю. Так, тут еще есть костерки. Сколько много всего, вы посмотрите. Опа, опа. Монетки, монетки. Нет, нет! Фу, она не быстрее меня. Я что-то переживал. Я думал, прицел будет быстрее, чем я двигаться. Нет, он не быстрее, чем я. Я, видимо, сейчас здесь скоростной, но гриб сработал. Тихо. Тихо. Тут есть что-нибудь вкусненькое? Я пока не вижу. Да вроде нет. А тут? Нет. Привет. Привет, мой свет. Ясный мой свет. Ты напиши мне. Ух ты, тварь хитрая. Бах-бах. Что это вообще? Что это вообще? Посмотрите. Миллион пауков в одном месте. Это шикарно. Надо с такой пачкой на босса заходить. Я все взрываю. А вдруг где крестик? Я же не вижу. Ну, точнее, его можно разглядеть, но проще взорвать же. Так, давайте зайдем. Опа, кидануть меня решили? Кидануть меня! Где тут вы смели? Что это за фиг? Так, давайте возьмем. Почему бы и нет? Мумбо, вот... Короче, он будет монетки, да, мои собирать? Да, это Мумбо, который... Лумумбо просто. Он будет жрать мои монеты и будет становиться каким-то невероятным монстром. А что такое? Я... Ну-ка, накажите его, чтобы он даже ничего не понял. Не, он понял, кстати. Он понял. Он успел понять. Так, давайте подумаем. Кстати, я могу ангела убить. А это что за штука такая? Не знаю, надо бы посмотреть. Давайте зайдем. Что здесь? Почему бы и нет? Шмяк! Выходи, биться будем. О, да ты крут. Ну я круче. Дай мне кусок ключа. О, давайте откроем. Пускай аппарат этот будет здесь. Бах! Ты нам не нужен. Где мой гриб? Отдай гриб. Опа. Незаметный враг. Опа, опа. Опа. Всех убил. Один остался. Ну и с пауками, конечно. Опа. Ух, вы хитрые.
Там, надеюсь, тоже кого-то мы убили. Да, мы убили всех. Так, магазин. Скидки, карта. Вот карта, кстати, я не откажусь от карты, ребята. Нет. Ну зачем ты это-то схватил? Ну ладно. Схватил так схватил, да? Да и скидос давайте возьмем. Че? Деньги есть. И суперсекретка. Суперсекретка. Ну что-то меня конкретно закормили сегодня, да, белыми сердцами. Так, ту нашли. Ну и все. Тут больше делать нечего. А, ну или если только не забрать, конечно, нам пойти щит. Да, наверное, нет. Наверное, все-таки оставим это. Да, щит, конечно, вещь, согласен. Ладно, давайте не пойдем щит возьмем. Я боюсь просто, что мы можем надамажиться так сильно, что в итоге я просто солью, а я не хочу сливать. Хороший предмет вот этот, вот очень крутой. Мне нравится. А, там все уже сделано, да? Бахнем. Молодец. А, бомбы нафиг. Вот были бы монетки. Я бы порадовался. Мама, чувака бы накормили. Библиотека! Уходим. Так, может пойти еще поубивать в тех комнатах кого-нибудь? Хороший выбор. Да зачем ты схватил монету? Так, какая-то палка. А, я уже такую видел. Ну, тут-то вообще здорово. Бах! Ты не против, я возьму? Шикарно. Монетки? Нету. Лимон парли. Ну, оставим. Все, у нас все равно больше ничего нет. Ну, валим, все. А, нет, у нас там еще... Еще одна комната есть. Я просто специально по ним бегаю. О, какая опасная комната была. Чтобы наш кушал. Но что-то вот особо там не отъелся-то, да? Ну, ладно, уходим. Самый дурацкий паук, вот этот, который тремя стреляет. Уворачиваться сложновато от него. Оба, погнали. Мы близки, к мамане уже добрались. Маманя, я запришел, открой дверь. Так, смотрите, мы сразу же узнали все, что хотели знать. Так, давайте посмотрим. Ну, это карта, как бы, она нам подсказала все. Спасибо тебе, карта. Давайте попросим карту. О, это что такое? Что-то в прошлый раз я тоже брал, вот эта синяя непонятная субстанция. А, это полет. Это полет. Но мы и так летаем. У, что-то slow motion пошел. Один сплошной. Тьма, потому что, видать. Теперь тьма. Slow motion меня вызывает. Ну-ка, ешь. Так, большим он пока становиться отказывается. Куда нам идти? Вроде тоже, сатана тоже вроде должен быть. Не сатана, точнее, а босс должен доходиться в дальней комнате, да? Практически самой дальней. Но нам в любом случае придется шариться, потому что нам нужна золотая. Чувачок. Собирай. Вот с крестиком. Вот это я вижу. Вот это я, понимаешь, вижу. О, так у меня вообще полная, да? Я что-то только сейчас заметил, что я на фулах. Ой, зачем я подобрал монетку? Я забываю все время.
Оба. Ой, ну ты страшен. Ты страшен, как никто. Как никто другой. О, пауки, еще пауков. Больше пауков, бога пауков. Бога пауков, бога пауков. Бога пауков, бога пауков. Чего пытался сказать, не знаю. Хотел сделать... О, это что такое? А, это в разные стороны я буду стрелять, да, такая штука? Типа, а как получится, интересно, с этой вещью? Монетками будем стрелять в разные стороны. Нам это неинтересно. Богу пауков, богу пауков, богу... Ха-ха-ха, не получается. Хочу быстро богу пауков сказать. Не получается. О, я там кого-то я и не приметил, да? Ну, подходите, подходите, не стесняйтесь там. Смерть! Или пилюля. Или смерть. Ну, лучше смерть, наверное. Блин, опять монетки собрал, блин! Это привычка называется, это рефлекторно просто. Я типа жадность называется. Рефлекторная жадность. Так, ладно, монетки, все, собирай, чувак, я не хочу трогать. Буду держаться подальше уже. Да хватит, не ори ты. Нет, нет, нет! Зачем? Хотел обмануть, не получилось. О, чувак, на, все. Не собираю вообще ни капли. Собирай ты. О, о, о. Теперь он стал стрелять. Так, отличное место, кстати. Нам направо. Нет, 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 нет. Жахнем в центр. Просто как ядерный взрыв. Ай, ладно, не будем дожидаться. Да, детка. Да, плюс 5 единиц дамага. Вот это да. Вот это прям вообще... Ой-ой-ой, а костер-то? Зачем в костер лезть-то? От радости-то, от такой. Лезешь в костер зачем-то. Так, ну там у нас еще 2 сердца. Мы еще золотую комнату не видели, кстати. Уходим. Ой. Немножко не дотянул. Да не ори, я тебе скажу. Не ори. Так, это в секретку, да? Или в магазин? Золотая там. Уходим. Чувак, прости, не хотел тебя убивать. Вру, хотел. Так, давайте возьмем... Ой. Это ключики, да? Только появился, его сразу убило. А это кто? Ты кто такой? Еще дамага! Еще дамага, еще на 2 дамага. Ху-ху, еще какие-то гвозди. Ну, гвозди это вообще крутая вещь. Я помню точно, что она тоже дает дамаг. Ой, не дамаг дает, а стреляет очень интересными выстрелами. Но я не знаю, нужна ли она нам. Но хотя у нас выстрелы все равно не поменяются. А, плюс 3 дамага даже еще. Ху-ху-ху-ху. Дамаг растет прям не по дням, а по часам. Хаос. Стоит ли брать, вопрос? Вот это точно стоит брать. Даже без всякого. А вот хаос я даже не знаю, стоит ли. Ну давайте возьмем, почему бы и нет. У нас есть котяка, может быть нам достанется часть гапи где-нибудь. Так, монетку собирай.
Иди сюда, мне сказал. Или ты, это, может, ты, это максимальная его форма? Это максимальная твоя форма, ты? Монетки будешь собирать, нет? Ну, тогда я соберу. Ладно, давайте сдадим монетки. Мы сейчас к мамаше идем, после мамы там уже никто, ни магазина больше не будет. Сдадим. Отлично. Уходим. Так, ну теперь-то мы все нашли. У нас пол сердца, можно, в принципе, сходить за... За сердечком. За сереньким. Тут был. Опа. И уходим отсюда. Вообще, в принципе, можно наваливать. Секретка у нас была. Суперсекретка пока не знамо где. Где может быть суперсекретка? Ну ладно, не будем затягивать, да? Погнали, погнали. Итак, 36 минут уже. Бегаем. Ищем. Свищем. Айзек! Ты говорю, тебе я! Твоя мама! На! По ноге, мамая! Воу-воу-воу! Маманя, ты что творишь? Беспредел! Это беспредел! Все, мамания закончилась. Так, давайте посмотрим, что там у меня было. Это ангельская, значит, к сатане идем. Эх, сатане, сатанинушки. Что, нам больше же ничего не надо, да? Да, домой больше ничего и не возьмем. Надо тебе не надо, больше ничего и не возьмешь. Погнали. К сатанинушке, сатанинушке. Сердечко. И опять slow motion начался. Так, ну, быстро закончился. Давайте подумаем, где. Ну, наверное, пойдем направо. Направо вверх, да? Пойдем направо. Для нас, конечно, это ерунда. Хопа, хопа. Эй, ты, мистер, стреляю, куда хочу. Может, ты хотя бы в нужные места стрелять будешь? О, вот я зря. По свою же бомбу главное залез. Такой... И лопнул. Это не я его взорвал, он сам лопнул, он от нервов. Работа нервная, сами понимаете. Быть монстром, знаете, не так уж и просто. А вот и босс. Собери монетки. Не, он собирает все еще монетки. Собирай, собирай, молодец. Он еще страшнее может стать. О, это кто такой? Ты кто такой? Похож на таракана. Ха-ха-ха, похож. Ну, умер. Отлично, вторая часть Гапи, кстати, о птичках. Вторая часть Гапи. Может, даже Гапи станем? До сердечка добрались, да, почти? Так, а тут что у нас? Тут вон туда, значит, наверное, направо надо топать, да? Налево, точнее всего. Направо, говорю, налево. Я успел. У-у-у. Монетки. И сюда, жирненький. Жирненький. Топай, топай, топай. Ну быстрее, давай. Чё ты? О, ну ты в натуре, жирненький. Ты пойдешь сюда, нет? Он какой-то странный. Так, помада дает черные сердца. Я все-таки хочу сюда выйти. Может быть, он все-таки пойдет? Может, ты все-таки пойдешь, а? Паренек. Как его протолкать-то туда? Он же не толкается. Ладно. Бесполезная эта куча мяса. Зачем? Ну зачем ты прям на него пошел? Я сперва монетки. Да ёпперный театр, вот я так могу и лохануться.
Еще кто-то есть живой? Пипец! Вот тварь, а! Как же ваш... как я вас ненавижу. Ты опять, короче, там начинаешь, да, мне там зависать? Так, ладно, у меня же был щит, можно было щитом щит заюзать. Ладно, давайте на сердце. На сердце заюзаем щит. Вот так сразу же. Жесть просто. Два выстрела и все, в сопли. Айдайте. Три сердечка. Так-то жадненький ты ангел, жадненький. Что я могу сказать? В прошлый раз дал два белых сердца, в этот раз дал три. Да. Ну вот, вроде бы, мы собрали ключ, да? Погнали, нам же сюда вниз. Чуть вверх не ушел, кстати. Ха-ха-ха! Это был бы номер. Ну давайте, погнали. Может, получится и супер сатану убить. Супер сатаныч, я иду. Вот-вот и приду. Так, вон босс. О, вот, смотрите, каким стал. Довольным. Он стал жизнерадостным. Тебе еще нужны монетки? Да, мне нужны монетки. Ам-ам-ам-ам. Жадный, ненасытный. Еще собирай, собирай. Да. Особенно тут серебряненькую, ням-ням. Забавный паренек. А зачем я сюда зашел-то? Ой-ой-ой! Они сейчас же все бьют по одной единице здоровья, сразу отлетает. Надо с этим надо быть аккуратней. Так, и ключи мне уже не нужны. Да мне вообще уже ничего не надо, в принципе. Можем просто проходить. О! О! Я таких не видел никогда. Что, реально и такие есть? Ну-ка, собирай. Я не могу! Хозяин, я не дотягиваюсь. Ладно. О, синенькие мухи с него вылезли. Ты когда станешь еще больше? Сколько ты уже монет сожрал у меня? Троглодит ты ненасытный. Так, тихо, нам не сюда, нам сюда. О, смерть. Замедло. Ох ты, тварь. Так, это мне явно не надо. Так, а тут может быть что-нибудь? Нет, не может быть. Секретки. Какой-то огурец. Какой-то огурец. Тихо. Фу. О. Как удачно. Я не хотел, но так получилось. Давайте зайдем. О, уха-ха-ха, бухахашеньки. Ну и что тут? Так неинтересно. Так, ну давайте возьмем, наверное, может быть, следующее. Да хотя нет, наверное, мы потом-то искать там все равно ничего не будем. А, ладно, возьмем. Смерть фигня, конечно. Давайте заходим. Сатана! Нет. Сатана, кончай. Его нифигово запиливает мой. Вы знаете. Ой-ой-ой. А так ты меня неплохо нащелкали. Смотрите, сколько у меня хп осталось. Надо подумать, что мне же дальше это делать. Там мне же надо как-то восстанавливаться. У меня есть что-нибудь? Да, сердечки тут есть. Давайте побегаем, сердечки пособираем. Мне что-то даже дали, ачивку какую-то. Пособираем сердечки, потому что, ну, мне надо. Как так-то вообще?
надавали нам больно. Все, уходим. Синеньких нет, ну да ладно. Мне бы, конечно, вафлю. Вот вафля была бы вообще шикарно. Но вафли пока нет. Уходим. На нижние слои ада. На нижние слои ада поедим шоколада. Да, я поэт, зовусь Незнайка. От меня вам балалайка. Что поделать? Вот так вот, да. Стихотворец и поэт. Что-то кажется мне это не очень хорошее, да, вот эта штука. Это же могут пауки и всякая диарея. Лимон пари. О, такая штука может быть. Вообще ничего полезного, конечно. Я-то рассчитывал. Но это в принципе и неудивительно. Это же нижний слой, да? Ада. Он, в принципе, наверное, такой должен быть. В раю там золотые сундуки. Так. I can see. Давайте прожмем. I can see forever. Так, это диарея, мне она не нужна. Ну, лимон пати, давайте возьмем. Так, куда нам надо идти? Давайте посмотрим. Ага, внизу сатанандр нас ждет. Тихо, тихо, тихо. Тихо, тихо, я же заволновался. Я такой... Не пойму, куда эта тварь сейчас прыгнет. Я такой, раз сюда, раз сюда. Шикарно просто. Давайте, ладно, погнали дальше. Это было странно. Так, тихо, тихо. Никаких нафиг там. Мне нравится, мой-то дамажит. Я вообще ничего, ни черта не вижу. Вот честное слово, просто ни черта не вижу в этой. Мой-то дамажит вообще бодрячком. Вы смотрите, как он накидывает. Так, атак флай, пускай будет. Сейчас, короче, мне артефактов надают. Да, походу. Так, давайте погнали дальше. Ой-ой-ой, это же вообще неприятные типы. Так, одного убили. Даже нет, не убили одного. Убили, все. Ничего не вижу, вообще ничего не вижу. Так, это хорошая штука. Так, плюс два сердца дали еще. Воу-воу-воу, сатана, ты что творишь? То есть не сатана, а смерть. Будь повежливее. Сатана, будь повежливее. Тут может быть что-нибудь? А тут? Что, двоих, что ли? Сильно! Так, ну что, погнали на чувака, а потом пойдем на супер сатану. Ой-ой-ой! Ой-ой-ой! Я уж забыл, что он умеет-то. Блин, да все словил! А, это жесть. Погнали, короче. Я не знаю, как я теперь буду. У меня вообще... У меня есть, в принципе... У меня, в принципе, есть еще... Хватит ли мне только его, вопрос? У меня есть щит, но я не знаю, хватит ли мне его. Не уверен. Я вообще там все словил. Он, получается, лучом стреляет по кругу, да, кружит. Потом что-то еще делать был, делал бы. Так, страшно-то как? Идти куда-то еще или здесь остаться? Нет, я лучше пойду, наверное, сразу. Потому что если не пойду, я сейчас где-нибудь наловлю, это точно. В какой-нибудь комнате я просто тупо бы наловил дамага. Супер сатана. Могу и остаться, конечно, на супер сатане. Я такой. О, 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 о,
Воу, так, все, прожимаю. Не время. Пошло замедло. Плохо, что ни черта не видно же. Блин, да идите нахрен. Да черт подери, походу да, я солью. Я ничего не вижу вообще. Вообще ни черта не вижу. Я не вижу, где у меня это перекрестие. О, да, все. А, у меня же есть жизни. Пойдемте по комнатам. А что нам еще остается? Мои пауки его убили. Я просто надеюсь, что, может быть, мы артефакты какие-то найдем. Ну, такие, которые помогут нам выживать. Я забыл, что я кота подбирал. Оу, а кто меня убил? Чё-то ничего не понял. А кто убил-то? А он пауков моих мелких призывает. Так, смерть. Ну давайте прожмем, иначе. О! А, ну мне слишком мало удачи, мы вряд ли на эту сердец набьем. Нам кроме предсказания вообще ничего не дают. Фига себе! Вы видали такое? Такое реально вообще возможно? Так, таблетка. Вот, кстати, про нее я говорил. Про этот артефакт. Так, здесь что? Здесь смерть. Не, ну сатану, супер сатану. А, сложно убить. А почему я зайти не могу? А, вот, все нормально. Да блин, иди нахрен. Пес. Черт! Да нифига не видать, блин. Че за отстой? А, я засчитали все-таки, что я убил. Какой-то аккумулятор. Сколько мне еще 5 жизней? Еще я могу идти. Тебе нужно еще монетки есть? Становись еще злее, я не знаю, чтобы ты убивал одного. Один, чтобы ты только убивал босса. Так, скидка опять, короче, меня опять убили. 3 жизни мне осталось. Воу-воу-воу! Две скидки. Как вам такое, а? Так... Беркану. Давайте Беркана прожмем. Воу-воу-воу, я вообще... Что там произошло? Ладно, фиг с ним, туда не пойдем, там нечего делать. Тем более ничего там не дали. Так, предметы-то какие-то, ну, так себе, да, дают, как бы. Хотелось бы что-нибудь такое посущественней. А вот что-то как-то не очень. Ну, давайте еще вниз прогуляемся. Я не знаю, правда, я не уверен, что мы вообще что-то сможем найти, хоть что-то ценное.
Я надеюсь, что мне засчитают, что я типа прошел. А, да, засчитали уже. Но если я супер сатану не смогу осилить. Всякое ж может быть. Тем более легко. Супер сатана очень серьезный. Так, еще демонический предмет. Дамага дали. Дамага мне вроде и так хватает. Мне бы выживаемость. Вот же выживаемость мне вообще было бы. Цвет. Ну что, все, одна комната осталась. Продолговатая и все. И тут где-то секретка, возможно, есть, а может быть, ее вообще нет. Может, она в природе не существует. Не? Пипец, короче, я сюда не пойду. Я тут просто сольюсь. Ладно, короче, погнали, погнали, попробуем еще раз на супер сатану, хотя я не уверен. Говорю, не было бы так темно, я бы еще, может быть, смог бы осилить. Но, походу, эта фишка же вот этого темного, да, подземелья, это что тут скажешь, что как не может быть темно-то? Поэтому ничего не получится, наверное. Ну что, одна хп, и все. Что у нас тут? У нас тут ничего нет. А ты-то тут откуда взялось? Я же прям четко стоял. Нет? Видать, нет. Ладно, извините, еще раз. Ну, я говорю, я-то точно, наверное, не осилю. Может, поиграю в нее где-то с месяц, может быть, я бы смогу его убить в таком количестве. Я сам себя убил. Я даже не заметил, что я стрельнул. Короче, что скажешь тут? Ну, не победили мы суперстанцию, просто унижение полное. Мы бы, наверное, смогли бы пройти его, если было бы полное хп. Ну, как бы, вот как вот, ну, хотя бы что единиц штук 6. Первый раз, вот, когда мы зашли, мы могли, в принципе, его победить. Нам хватало. Просто я не вижу вот этого перекрестия, его вообще я не вижу. Где оно? Потому что темно, и вот это бегает красное на полу, ее вообще не видать. Куда я стреляю, где я стреляю, то есть нифига не видно. Из-за этого, наверное, все проблемы и были. А так-то вообще здорово получилось. Нормально прошли. Все равно прошли нормально. Но супер сатану не убили, убьем в следующий раз. Ничего страшного. Надеюсь, вам понравилось. Если вам понравилось, то не забывайте ставить, комментировать, делиться и подписываться. А также добавляйте плейлисты и вступайте в нашу группу ВКонтакте, дорогие друзья. Не забывайте это все делать. Это будет прикольно. И клево для меня, и клево для вас. Для нас всех будет клево. А сейчас я с вами прощаюсь. Увидимся в новых прохождениях. Я всех целую, люблю, обнимаю, увидимся, еще раз повторяю, пока!